Блок памяти заархивирован. Внимание! Рекурсивная нестабильность. Стек почти переполнен. Спустя 9 лет после моего побега ко мне вернулась горечь. Я устал. Я не мог признать, что движение вперед может означать шаг назад. Но сияние города померкло. Свобода без друзей и семьи оказалась пустой и ненужной. А потом они пришли за мной. Абстерго. Они искали меня. Я не мог поверить. Мистер Майлз? Но полжизни я потратил на то, чтобы забыть наставления родителей, что казались мне чушью. Эсмонд Майлз? Да, что происходит? И вдруг я захотел вернуть все это назад. Тренировки и то время. Но не смог. Те дни давно пролетели. Зачем вы делаете это со мной? У вас нужные нам сведения, мистер Майлз. Какие еще сведения? Я простой бармен. Мы знаем, кто вы такой. На самом деле. Я не знаю, о чем вы говорите. Не валяй дурака. У меня нет на это времени. Ты ассасин. У тебя есть информация, нужная моему боссу. Она в твоей голове. Ублюдки! Считанные месяцы моя жизнь круто изменилась. Я знал, что мои беззаботные деньки навсегда позади, но не жалел. Меня зовут Дезмонд Майлз, и я ассасин. Я ассасин.